Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 1. Вул крем плюс экстра. Страна Германия, демисезон. Количество в мешке 206 штук. Вес мешка 9 килограмм 900 грамм. Пряжа шерстяная. По возможности состав буду называть там, где он указан. 100% это будет полиакрил. Не указан состав. Бирок нету. Разные расцветки. Примерного состава также не буду называть, обманывать. 100% акрил. Здесь два мотка по составу. Это 100% шерсть вул. Черные. Здесь вот просто. 70% акрил, 30% полиамид. По цвету вроде бы все подходит. Ну, состав 100% акрил. Здесь также нету. Наподобие такого же состава. 97 акрил, 3 металлик. Это серебристой лентой. Уже мелкие. Состав 55 нейлон, 45 акрил. Сто процентов акрил. Пятьдесят процентов акрил, 25% это шерсть, 25% нейлон. Скорее всего, что здесь тоже присутствует шерсть. Пятьдесят пять акрил, 45% нейлон. 70% акрил, 30% полиамид. Акрил, 39 шерсть, 11 хлопок. В двух мотках этих. Сто процентов это хлопок, два мотка. 60 акрил, 40 полиэстер. Даже вот как травка идет. Тут многоцветная такая вязка.
не указано. Не указано, но вот здесь вот есть такой же только цвет другой. Это 100% полиэстер. Ну и здесь, наверное, то же самое, 100% полиэстер с той же серии. Здесь большой моток и еще как спица кривая идет. Это не все мотки, это 100% акрил идет, вот их 4 вида. Такие мотки. 50% альпака и 50% шерсть. Сто процентов акрил не указано. Из такого же полиэстер, здесь не указано. Здесь это все вот не указано. Четыре мотка. Состав 100% полиамид. Здесь маленькие моточки. Не указан состав. Пятьдесят альпака, 50 мерина. Не указан состав. Процентов это шерсть. 50% это альпака и 80% шерсть. Все, вот они идут в одном. Пятьдесят это вискоза, 50 хлопок. Здесь уже мотки более серьезные. Здесь лента серебрянка добавочная. Здесь вот в таких мотках. Это вот остаток от мотков. Без состава они идут. Состав этих мотков
его состав. Шестьдесят четыре это акрил, 20 полиэстер, 16 махар. Восемьдесят шесть, 20 нейлон. Множественно вот таких вот всяких лоточков, разных они расцветок. Также здесь идут спицы. Здесь вот также маленькие спицы. Здесь вот также спицы. Комочек разбросной вот таких вот. И вот таких. Спасибо за внимание.